Друзья, всем привет! Хочу сейчас показать вам одно упражнение, которое очень деликатно и эффективно снимает напряжение с поясницы и работает с той самой мышцей, которая идет внутри таза, крепит бедро к позвоночнику, так называемая мышца псоас. Упражнение выполняется в положении лежа на спине, и вы можете включить его в любую практику свою. Оно и самодостаточно, его можно просто вечером выполнить, если чувствуете напряжение в пояснице, либо в рамках какого-то занятия. Итак, из положения лежа на спине мы располагаемся удобно и первым движением выставляем стопы. Стопы чуть шире, чем обычно вы бы их поставили, как говорится, в удобном положении. Чуть-чуть шире. Дальше. Располагаем ладони, руки свободно на коврике полу и выполняем медленно движение бедром в сторону противоположной стопы. И вы доходите до такой степени натяжения, когда чувствуете, что потянулись все ткани вслед за бедром. Что можно еще добавить? Положить руки, зацепить как бы ткани и в противоположную сторону их немножечко натянуть. Возвращаемся, меняем сторону. Бедро через колено двигается к стопе. Вы совершаете небольшой поворот корпусом. Можно зацепить ткани и толкнуть их чуть вверх. И возвращаемся. Можно повторить это несколько раз до такого момента, когда вы почувствуете, что пошло тепло в пояснице и ушло напряжение.